Брошенная доктором Икс команда Хаос с помощью Мо сеет в городе Нав разрушение. Но не волнуйтесь, мои новые друзья Тоботы, Биг Трейл и Бист готовы помочь. Злодеям надоело проигрывать, и используя галактическое оружие 2, они начинают мстить. Тобот. Детективы галактики. Могущественный мастер Ви. Три, два, один. Тайлер, это свершилось. А, и что это значит? Твои глаза. Кажется, они неисправны. А, правда. Я искал лишнего слона. Вот и пришлось скосить глаза. Знаешь, лучше не делай так часто. Но у нас есть новость поважнее. Я получил сигнал от KP. Он тут? Вот и узнаем. Привет, хозяин галактического оружия 1. Помнишь меня? Ну, конечно. Рад видеть тебя. Мы с принцессой Зорой на Земле и знаем кое-что о тоботах. И что именно? Обсудим при личной встрече. Я пришлю адрес. Не забудь галактическое оружие. Итак, идем за ответами. Может, на этот раз мы подружимся с KP? Так, погоди-ка. Что? Ты забыл прошлый раз. А вдруг они враги? Галактическое оружие 1 активировано. Что происходит? Галактическое оружие 1? Ты все испортил! Принцесса Зора будет в ярости! Подумай, может оказаться, что это ловушка. А если не ловушка? Мы узнаем, откуда ты. Если что-то случится, мы выберемся. Хорошо, но нельзя идти одним. Возьмем с собой монстра и Спиди. Как скажешь. Идем дружить с пришельцами! Юху! Ха-ха! Ладно, Шаттл! Вперед! Трансформация! Сигнал поступил отсюда. Ребята, мы здесь! Выходите! О! Он и правда пробудил тоботов. Привет, я Тайлер, с прибытием! Это доблестный лидер планеты Единорог, Ее Величество Принцесса Зора. Рад знакомству. Она из знатного рода, а не какая-то простолюдинка. Подойдите и представьтесь, как подобает. Ни за что. Тайлер не двинется с места, пока мы не поймем, с кем имеем дело. Так и не научился расслабляться, Шаттл. Я не понимаю, откуда ты меня знаешь? 3, 2, 1. Разве не так ты говоришь? Хоть ты и выглядишь иначе, я всегда узнаю одного из старых папиных воинов. Что? Неважно. При смене хозяина у тоботов стирается память. Похоже, меня они забыли. Знаешь, это бы многое объяснило. Думаешь, мы забыли свою жизнь? Твой новый контроллер — галактическое оружие. Ладно, и что мне с этой штукой делать? Ничего. Я доставлю его обратно домой. То есть, я боюсь, тебе конец. Так значит, это ловушка, как я и думал! Поиграем, ребята. А!
Викинг Найн, перепрограммируй сломанных тоботов. Квантовый кулак! Ты цел? Ребята, я справлюсь! Активация световой скорости. В чем дело? Не успеваешь, улитка? Что с тобой? Я знаю, ты можешь лучше. Ваше Величество, Викинг Найн еще не привык к земной гравитации. Вот сейчас я представлю. Что? Ну-ка? Это не все. Шаттл, покажи-ка им. Принято. Вперед! 3, 2, 1! Колесо мгновения, Шаттл использует гравитацию планеты. Гравитационная цепь! Ха! Ха! Столкновение! Не может быть! А он силен! Впервые такое вижу! Ладно, уходим. Шаттл. Ребята, не сдаваться. Он прав. Ладно, тебе нужны я и Вилуч. Я не позволю бить моих друзей. Делай, что должен. Я буду скучать. Итак, нужен я? Хватай. Нет! Тайлер! Ты храбрый, но нужно разорвать связь с галактическим оружием. Тоботы, готовы? Вперед! Тайлер! Ви-интеграция! А? Что с вами случилось? А? Это что-то новое. Атакуй их! Тайлер, нужно его остановить. Дай нам команду. Ну же, давай, поторопись. Но я не знаю команд для вас. Просто соберись. Подумай, как одолеть их. А остальным займемся мы. Так, вы читаете мысли? Так, подбросьте! Да! Пас! Давайте! Мистер Ви! Гиперко! Отличный прием, Тайлер! Мама играла в волейбол. Похоже, вспомнился ее коронный прием. Беда! Викинг Найн еще не терпел поражений. Похоже, он так и не привык к гравитации. Нет, просто три тобота мне не по плечу. Говоришь, ты мастер Ви? Именно так! Откуда у тебя такое могущество? Это благодаря Тайлеру. И благодаря его духу
Мы трое обрели волю сражаться, как никогда прежде. Обрели волю? Волю защищать то, что важно в жизни. Людей. Мы не просто защищаем хозяина. Мы хотим защитить всех, а когда-нибудь и всю Вселенную. И я не откажусь от этого, несмотря ни на что. Встанешь на нашем пути, я буду вынужден сразить тебя, защищая жизни людей. Ты не серьезно. Будь это правдой, ты бы защитил моего отца. Прости, я не знал. Неважно. Быстрее избавься от мастера, Викинг Найн. Не могу, ваше величество. Что? Как ты посмел ослушаться? Я не ослушался. Думаю, его команда именно то, что нам нужно. Нет. Он слишком юн для хозяина. Я не позволю. Принцесса, расскажите, что произошло? Почему вы хотели от меня избавиться? Пульсар, завоеватель. Он летит к земле. Кто это? Тобот. Детективы галактики. Принцесса Зора рассказала легенду о 6 галактических оружиях. Космический тиран Пульсар-Завоеватель нанял Доктора Икс и команду Хаос. Они ищут оружие, чтобы захватить Вселенную. Не дадим злодеям подвергнуть галактику опасности. Одолеем ли мы целую армию мобботов? Узнаете в следующей серии «Тобот. Детективы галактики».